Тема урока – параллелограмм. Свойства параллелограмма. На этом занятии мы узнаем, какой четырехугольник называется параллелограммом, и рассмотрим свойства параллелограмма. Параллелограммом называется выпуклый четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны. На рисунке представлен параллелограмм ABCD. У него сторона AB параллельна стороне CD, а сторона BC параллельна стороне AD. Рассмотрим свойства параллелограмма. Первое свойство. В параллелограмме противоположные стороны равны и противоположные углы равны. Докажем это свойство. Дано ABCD параллелограмм. Надо доказать, что стороны AB и CD, AD и BC, углы A и C, B и D равны. Для доказательства проведем диагональ BD, которая делит параллелограмм на два треугольника ABD и CDB. В этих треугольниках BD является общей стороной. По определению параллелограмма противоположные стороны параллельны, а именно прямые AB и CD параллельны. Они пересечены секущей BD, при этом углы ABD и BDC являются накрест лежащими углами при параллельных прямых AD и BC и секущей BD. Углы ADB и DBC тоже накрест лежащие, а по признаку параллельности двух прямых накрест лежащие углы равны. Значит, треугольники ABD и CDB равны по стороне и двум прилежащим к ней углам, то есть по второму признаку равенства треугольников. Так как треугольники равны, то соответствующие стороны AB и CD, AD и BC равны, и соответствующие углы A и C равны. А углы B и D равны сумме накрест лежащих равных углов. Значит, они тоже равны между собой, что и требовалось доказать. Рассмотрим второе свойство. Диагонали параллелограмма точки пересечения делятся пополам. Пусть точка О есть точка пересечения диагоналей AD и BC, параллелограмма ABCD. Треугольники АОБ и СОД равны между собой по стороне и двум прилежащим к ней углам, поскольку АБ равен СД, как противоположные стороны параллелограмма, угол БАО равен углу СДО, угол АБО равен углу ДСО, как накрест лежащие углы при параллельных прямых AB и CD и секущих CB и AD соответственно. Так как треугольники равны по второму признаку равенства треугольников, то все элементы треугольников AOB и COD будут равны, а значит AO равен OD, OB равен OC, что и требовалось доказать. Рассмотрим задачу. Дан угол С, параллелограмма ABCD, равный 48 градусам. Надо найти остальные углы. По свойству параллелограмма противоположные углы А и С равны, значит угол А тоже равен 48 градусам. Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 360 градусов, а параллелограмм является выпуклым четырехугольником. Поэтому для нахождения оставшихся противоположных углов B и D из 360 градусов вычитаем сумму углов А и С и делим пополам. Так как данные углы противоположные и по свойству параллелограмма они тоже равны. Вычисляя, получаем, что углы B и D
равны по 132 градуса. Итак, на этом уроке мы познакомились с понятием параллелограмм и рассмотрели свойства параллелограмма.